Пациент Мангыстауской областной многопрофильной больницы пострадал, упав с 4-метровой высоты. Установлено, что мужчина выбил дверь в отделении, выбежал в коридор, а затем прыгнул вниз с лестничного пролета. Пациента в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Врачи предполагают, что причиной такого поступка могли стать галлюцинации. Мужчина 1969 года рождения поступил в травматологическое отделение областной больницы 6 марта с вывихом локтевого сустава. Врачи оперативно провели вправление сустава. Учитывая нестабильность вывиха и разрывы боковых связок, пациенту планировалось сделать операцию после того, как пройдет отек. Травма была получена за 3 дня до обращения в больницу. ЧП, при котором мужчина спрыгнул со 2-го этажа, произошло 10 марта, в день, когда планировалась операция. Разбил дверь стеклянную, входную, вышел в коридор и спрыгнул с высоты 4 метров, получил травму дополнительно правого бедра, оказана была сразу помощь в условиях красной зоны. После стабилизации пациент переведен в отделение реанимации. Мужчина, житель Бенеевского района, не отрицал, что злоупотребляет алкоголем. Причина инцидента устанавливается. Врачи предполагают, что у него могут быть галлюцинации в результате алкогольной интоксикации. Состояние пациента стабильно тяжелое, пациент в сознании, контактный, гемодинамика стабильна. В настоящее время по факту происшествия проводится расследование. Айдана Каримова, Мухаммад Нурдаулетов, Асылбек Абикенов, телеканал ТДК-42, Актау.